Мечтаете о яхте? Теперь ваша мечта стала реальностью благодаря героям нашего сюжета. Доброе утро! Добро пожаловать на палубу нашей речной яхты катамаранного типа. Валерий Николаевич – представитель фирмы «Руптур». Увлеченные водным туризмом еще со студенческой скамьи, сотрудники компании лишь недавно решили открыть новое направление в деятельности предприятия – изготовление яхт-катамаранов. Одна из них представлена на выставке «Охота и рыболовство», действующая в эти дни в столице. Мы находимся на борту маломерного судна, на котором с комфортом могут разместиться до 12 человек. Это кормовая часть судна. Здесь монтируется двигатель подвесной. Он может быть от 60 до 150 лошадиных сил. Максимальная скорость может доходить до 35 км в час. Данное плавательное средство, в отличие от тех небольших моторных яхт, которые можно приобрести за границей, имеет принципиальные отличия. Здесь совершенно другие подходы к организации внутреннего обустройства. Если жилое пространство в яхте организовано по всем известным морским принципам, где экономится каждый дециметр поверхности, то мы здесь пошли по пути создания небольшой плавдачи, которая имеет преимущество жилого помещения. Судно предполагает комфортное проживание, путешествие по реке на протяжении нескольких дней и даже неделю. Уютная каюта в 12 метров квадратных позволяет легко разместить 4 спальных места. Выбор материала дает волю фантазии в создании оригинального дизайна. Мы находимся возле поста управления, откуда задается движение нашему кораблю. Из каюты компании можно перейти в кубрик. Здесь вполне комфортно, могут на ночлег разместиться 4 человека. Эта яхта уже почувствовала вкус речной воды. Около года эксплуатировалась на водоемах Беларуси. Производители уверяют, что у таких альтернативных сухопутному виду транспорта средств передвижения широкая сфера применения. А что думают о яхте потенциальные покупатели? Да, вот это интересное решение. Кто капитан? Где будет ходить такая яхта? По всем рекам, даже по небольшим рекам, да? Глубиной 60 сантиметров. То есть по нему, там местами он вообще мелкий, тоже можно? Можно. Это газовая газовая. Это газовая. Подсоединяется баллон. Газовый баллон. Здесь подключается вода. Буду уговаривать мужа на будущий юбилей о покупке такой яхты. Очень здорово. Сомнений нет, такой речной домик станет настоящей изюминкой вашего досуга. Спасибо вам, что побывали сегодня у нас в гостях. Хорошего вам дня и до новых встреч! Пожелаем нашим героям новых идей и удачного плавания. Мария Кронд, Андрей Новгородцев, Утро студия, хорошего настроения.